Напомню, мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут на площади Марат 7. Праздник откроют представители национальных землячеств, которые проживают в Ненецком округе. Это татаро-башкирское, украинско-белорусское, ненецкое, коми, чувашское, азербайджанское землячество. Также нарьянмарцев и гостей города поздравят первые лица региона. Кроме того, на площади Марат 7 пройдет акция «Книговорот», в рамках которой можно будет обменять прочитанные книги. Буккроссинг – именно так называется акция по обмену книг, которая проходит во всем мире. В этом году Ненецкий округ решил к ней присоединиться. 12 июня на площади Марат 7 в специальной палатке волонтеры будут принимать и раздавать книги. То есть каждый желающий может принести ту книгу, которую уже прочел, и обменять ее на другую. Впрочем, у акции уже есть продолжение. Это шкаф, который стоит либо в общественном месте, либо в парке где-то, куда люди приходят, книжки ставят свои, забирают те, которые не прочитали. Поэтому идея родилась поставить такой шкаф в аэропорту. Назвать его красиво «Летай, читай». И потом, возможно, в других аэропортах наших муниципальных образований точно такие же шкафы тоже поставят, и люди будут перелетать и обмениваться книгами. В дальнейшем такие книжные шкафы могут появиться в гостиницах, медицинских учреждениях и учреждениях культуры.